Как вы помните с прошлого ролика, у меня была идея отстроить автоматизированный отель. Я сбегал домой, захватил немного камня, взял витрины и вернулся к моему отельчику. Я придерживался своего предпринимательского плана. Спокойно отстраивал свой отель, как вдруг в меня начал стрелять мой сосед с вышки. Но он и не знал то, что я самая быстрая киянка Дикого Запада. С вышкой мы решили договориться. Я строю мирный отель, и он по мне не стреляет. Такой вариант меня вполне устраивал. Поэтому я фармил себя спокойно и отстраивал отель. Так, пока что две комнаты у нас есть. Фармить мне приходилось бегать очень далеко, а камня мне нужно было очень много, поэтому я бегал в зиму. А, Мишка, Мишка, не надо, не надо, не надо. Я сделал 3 ходки в зиму, и знаете, что я вам хочу сказать? Шар — это реально имба. Ну шо, народ, погнали? На большом воздушном шаре камень я фармлю и лечу домой строить отель. Когда нет коптера в игре. Дураки, что ли? Я вообще как бы мирный. Вау. Тогда сюда тоже мы магазин поставим потом. И чтобы сделать автоматизированный отель, мне нужно было провести электричество. Этим я и занялся. Главное не ошибиться. Так, от ветряка мне нужна серая штука, окей. Hello. На, я тебе все принесла сразу. Ничего себе. О! Не. Тут же можно зайти вниз. Да, внизу. О-о-о! Вот это я понимаю, у нас работает лифт. На 2 этажа ездят? Нет, можно еще выше, но... На 2 этажа только ездят? Стоп, а может выше можно? В первый день все шло по плану. Я даже провел электричество и поставил турельки. Мне оставалось добавить интерьер в комнаты, и отель можно было уже открывать. Но на мой отель напали! Пока везде по 2 двери поставлю, думаю, хватит. Мне даже пришлось застроить большую печку, так как металла на все комнаты мне просто не хватало. Некоторые бомжи-нейкеды сами предлагали мне помочь построиться и пофармить ресурсы. Взамен на какую-нибудь комнату. Пойдем, выберешь комнату за то, что помогал. Какая комната тебе? Угу. Отойди. Каждый постоялец получал по 2 печки, мангал и 4 больших ящика. Первый верстак по желанию. Ну все как бы.
приятного обитания в отеле. Мне оставалось навести небольшую красоту, развесить таблички, и отель можно было открывать. Отлично. Ну, почти ровно. До сих пор не можешь поиграть в топовые игры из-за своего слабого ПК? Выход есть! Игровой облачный сервис PlayKey, с помощью которого можно комфортно играть в топовые новинки даже на самом старом ПК, ноутбуке или макбуке, запуская их с высокими настройками графики. Достаточно лишь высокоскоростного доступа в интернет. В каталоге PlayKey большое количество игр, и они постоянно пополняются. Call of Duty Warzone, PUBG, Death Stranding и другие хиты запускаются на мощных серверах PlayKey и транслируются прямо тебе на экран. PlayKey помогает экономить деньги на апгрейд железа. Тебе не нужно париться с настройками и что-то докупать, играть можно всегда на ультрах. Можно запускать игры, которые ты уже купил в Steam, Uplay, Origin, Epic Game Store и, разумеется, во фри-ту-плейные игрушки. Перед покупкой тарифа всегда есть возможность протестировать сервис бесплатно. Доступны 20 минут демоверсии плюс промокоды и акции с различными издателями. Ссылка на PlayKey ждет тебя прямо под видео. Кирилл, сейчас тебя убьют. Сейчас я сброшу прямо там. Точно вы туда прилетели? Все, давай, полетели. А куда ты стоял, блин? Полетели. Пока! Одному фармить на отель было очень сложно. И я позвал Пончика. А кто этот фармила? Да все вы знаете, кто это такой. Тут. Еще один. Выбер данки. Ай, больно в ноге! Берда. На тебя, парень. Убил. Разный. О! Он не голый был. Ты до сих пор не ДП под ногами, что ли, типа, вообще есть? Это Д. Я его убил, но мы не залутаем никак. Хочешь? Минус калаш 6, спонч. Ну так это походу ласт. Нет, молчанки. Хазмат наш, нет? Убил. Нет. Убил Хазмат. Мы всех убили, Понч. Мы выбили с них топ-сеты. И сразу же решили выселить их кибиточку. Убил калашиста. Убил его. Они на КД, слышишь? Мы можем, знаешь, как бахать? Тут верстак у них. Где? Вот тут верстак у них. Дамажни стенку. Аркет 9 взял, что ли? Минус еще гаражка. Короче, идешь сюда, и мы их выносим. Я у него внутри. Вверх еще нет, я его убил. Тут печная. Где у них шкаф? На третьем этаже. А, вот шкаф у них. Так, все, верстак открыт, и 34 хп. Бля, 34 хп. У него сачели были, у него сачели. А где шкаф у них, чел? На третьем этаже прям. Ой, тут компонентов. Ой-ой-ой! Ля! Вкусный парень. Мне нравится. Ресурсов в отеле у меня было довольно много, и я решил отстроить неподалеку бункер, чтобы меня не пробахали и все не забрали. Плюс к этому мы с жителями отеля решили сбить вертолетик. Максимально много дал. У меня залп, я живой. В меня? В меня туда. Почему бы и нет, да? Патрон много, есть у кого? Гринси, ракетные сишки. Пулемет. Какой пулемет? А, меня, накаркало. Изи. А где еще ящик? Все, ноут, болт.
пулик и... Офиген. В первый день у меня все шло по плану. Отель был уже полностью отстроен, и я мог заселять туда клиентов. И вот кажется, что мне осталось самое простое. Но вы ж меня знаете, у меня ничего простого не бывает. Я так понял, отель кто-то все-таки бахнул? Почему у меня нет спальника в доме? Он гниет, мне интересно. Да, у меня нет шкафа. Хорошо, что я отсюда все перенес. Это было просто максимально очевидно. Клоун. Эй, животное ёбаное! И вы ни за что не поверите, кто меня зарейдил. Тот самый парень, который помогал мне строить этот отель. Для чего, я не пойму. Но у меня восстановить этот отель получилось. И с ними у нас зародилась жестокая война. Да. Мне теперь камень нужен. Они третий верстак забрали, слышь, и второй тоже. Я не понимаю, давайте я подниму, мы поговорим нормально. Чего вы такие агрессивные, я не могу понять. Это ты у меня с двушками сидел, ты меня убивал, а не я тебя. Начнем с этого. Ну что, с этого вы пришли, начали ломать шкаф и... Какой говорить, шкаф то, ломать? Гниды. Чувак, я ну, шкаф сломал, потому шкаф, что мы... меня зарейдили. Меня зарейдили, я сломал свой шкаф и поставил новый. Ну так это я тебя зарейдил. Я тебя зарейдил. Зарейдил и поставил свой шкаф. Ну. Ну ты поставил, но не застроил, ты совершил ошибку. Я забрал себе обратно. Ну так вот, я пришел обратно, застроил, застраивать. Ну и вот и... Они знали про мой главный вход, но они не знали про мой потайной. Сейчас я турельку наверх еще поставлю. Зарейдите нас, давайте. Ой.
Ой, боже, 0 IQ просто. Зачем рейдить ложков, когда они сами лут мне приносят? Нет, пожалуйста, не убивай меня, не надо, пожалуйста. Гав-гав. Братишка, братишка, лови. Намечается контент. Веселый. Очень веселый контент. Очень-очень веселый. Сколько тут их трупов лежат? Я еще отель не успел отстроиться. Отель на костях тупо. О, привет! Бам! Ушел. Спустя где-то 2 часа мне надоело с ними стреляться, и я решил закрыть все входы сверху, чтобы они внутрь ко мне больше не попадали. Не, тоже не наш. Ой, я аккуратно. Эть! Стыть! Турель. За отель и двор сношу ветряк в упор. Там гантрап, там гантрап. Они на крышу у меня на отеле. Плюс калаш, нужно лутать. Это ты был, Монтиразин? Нет. Убил типа на крыше. Ай. Два хита. Убил, пулемёт. Убил, убил, убил. Убил. Я свой делал. Солдал. Убил. О, мой сет. С ними надо что-то делать. Они не дадут постояльцам нормально пожить. Да. Ну да. Я думаю, что ты не захотел, чтобы мы вчера их зарейдили. Я не думал, что он будет такую фигню делать. Убил. Там а турель, там турель ты не получал. Он хилится за этой, за стенкой. Я... У тебя сейчас двушка бежит один. Два, с двушкой еще. Болт где? Минус. Болт упал! Болт упал, прием! Как только война утихла, я открыл отель и начал продавать номера, так как мне нужен был камень. Ты что, ты шпионишь? Где здесь? Вот он отель. Только вход с другой стороны. Ебать. Че, у меня сейчас камня особо нету, есть только, ну, типа косарь. Ну, ты можешь потом дофармить, в любом случае, если хочешь. Да, 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 я пока шел сюда чуть не получил. Попробую как-нибудь. Да не, мне только... Всё, что я могу предложить. Это всё посадим. Давайте комнату выделю сейчас вам. Не-не-не, не сюда. О, выйди. Угу. Пароли и так далее. Сейчас ящики, все это сейчас выставим, да. Пока вводи пароли, гостевые, записку не выкидывай. Я сейчас ящик принесу, туда положишь. Лифт пока не работает.
скоро будет работать, я его выключил, потому что ко мне соседи запрыгивали, убивали меня и на лифте поднимались, типа выносили лут. А чё, они зарейдили тебя или нет? Да, я они меня зарейдили ночью. Я утром просто заходил. Просто ну или утром. Зашел, они тут бегали везде. С каждой минутой желающих заселиться в отель становилось все больше и больше. И наш отель расширялся. Слушай, а можешь дать кирочку, я тебе накормлю? Я не успел, я лох. Так, если вы хотите, то мы можем отстроить огромный отель этажей в 5, но для этого нужно будет как бы всем вместе работать. Я 2 дня отстраивал 2 этажа, потому что знаете, сколько камня ушло? 100 тысяч. Нам нужно печки просто. Я хочу еще бахнуть печку, которая вот моя была. Они ее тоже бахнули. Надо ее вернуть, и тогда мы их сегодня вынесем. Тебе записали. Алло, чел. Вы передумали воевать с нами? Ой, с нами или что? Да, Томс. Ты меня убиваешь все время. Я тебе говорю, воевать не будем. Да, мы потом вы ночью меня зарейдите, да? Вы нас не отстреливаете. Не, отвечаю, вас никто рейдить не будет. Пойдем. Ладно, пока что временное перемирие. Это ваш, подожди, печку вы забирали, вы рейдили вчера? Не, смотри, это не мы рейдили. Это вы рейдили, да, твой друг говорил. Один раз. Ага, не вы рейдили. Это он рейдил, мы вот только сами недавно с ними стимимся. Вот эти... Просто, чтоб ты понимал, у меня есть как бы знакомый клан в земле, у которых 3 ящика серы. То есть, если что, у вас и вон той хаты тоже не будет. Знаешь что, немножко умею стрелять. Да, блядь, я тебе о чем и говорю, дядь, я стреляться не хочу. Вообще, если ты мне печку мою вернешь, то, возможно, я подумаю насчет перемирения. 7-4-1, там... А, тут еще дверь. Проблем нету. Кот, выйди сюда, чистить. Ты устал воевать, что ли, или что? Тебе печку вернули. К нам претензии еще какие-то имеются? Пока нет. This is Sparta! Стой! Сказать, что я отстраивал отель в соло, это обмануть всех, обмануть игроков на сервере и обмануть моих зрителей. Движуха с отелем заинтересовала многих, и многие пытались помочь нам развить его. Заходите сюда, можно зайти. Там. Пахнет каким-то разводиловым, тебе так не кажется? Чувствуйте себя как дома. Сюда не заходите, осторожно. А там гантрапы. А! Вот, понял. Видишь почему. Это моя ферма. Ну выглядит она ничего так. Да не, мне не надо, у меня много всего. Как эти, знаешь, футболисты кидают, даже потом пахнет. Вам не кажется странной картиной? Мы вот впятером одетые стоим, а он голый в кепочке. Давайте, кидайте скраб. Тихо. Скраб ему в трусы пихайте. Погнали. Ну, мы еще, наверное, увидимся на этом сервере. Может, кого-то бахнем, но это не точно. Если что, если какой большой план будет, ты зови, если что. Окей. Юху! Давай, удачи. Спасибо большое. Давай. Ну еще ковры надо по-любому. Пончику плохо, вызовите скорую. О, вообще вид поменялся, реально, пушка. Иди сюда, поори в микрофон, как ты умеешь. Только на фоне остальных. Нихуя тебе! Все отлично, вообще шикарный снимок. Отель в сутки хавал ну чересчур много, и мы толпой собрались пофармить камушек, чтобы он не сгнил. Нам нужно очень много камня.
Руслан, давай я сяду за руль, я отвезу в нормальное место, где много камней. Давай. Чё он зачем? Нам надо из зимы выехать, пока ночь переждать, и потом пойдем с вами фармить спокойно. В машине подождем. Все, пока потухли. Я иду тут собрался искать. Стой, тогда зачекинил. О, включи фары. Бля, чтобы аппарат бы нам сюда. В машину садитесь, открывай машину, садись в машину. Садитесь все в тачку. Садись в машину, слышишь? Открыл. Откройте машину. Закрыто. Да не трогай, все, не трогай, открой. Все, поехали. Все, все, все. Всех забрали? Да. Мы нафармили как можно больше различных ресурсов и поехали домой. Поставили еще три большие печки, которые мог использовать каждый постоялец, и апнули весь первый этаж в металл, чтобы нас так просто не зарейдили. В общем, отель развивался. Так. Наполняем. Все, нормально. Тут, оказывается, всего одной канистры хватило бы. Ребята, блядь, хочу кинуть палку, как её кинуть. У нас ветрик, да? Преобразовалась комната, согласись, с этой фигней. Красиво. Меня, давайте у меня. Ты можешь бассейн пойти почилить. Okay, I will come, okay? Okay, no problem. Thank you. Нас уже как бы иностранцы хвалят, прикинь. Все, мы как бы уже выбиваемся в люди. Звезду Мишлен получим. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. То, как выглядит отель ночью, это просто что-то шедевральное. Просто он максимально преобразился. При том, что мы еще очень много всего сделаем. Но внутри он выглядит реально огонь. Кто-то соседей бахает. После того, как мы довели отель до ума, я решил отстроить арену. Сейчас застроен полностью. А что происходило дальше, это просто не передать словами. Я решил организовать арену, где победители будут получать какой-нибудь скинчик. Стойте, и все будет хорошо. Да, давайте. Не-не-не, выйдите. Алло. Отходим. Короче, смотрите, сейчас сделаем. И он будет встаньте на улицу, встаньте на улицу в очередь к стенке, потому что это невозможно будет сделать. Меня опять бьют. Кто сейчас еще раз толкнет тачку? Кто машину толкает? У меня 10 хп. У меня 10 хп. Плюшка. Здорово. Привет. Так, смотрите, по очереди ко мне подходите. По одному. По одному и ждите. По одному не подходите, стойте. По одному по очереди. Там мой по очереди. Следующий. Фидер, вор. Я не взял, у меня отняли, слышишь? А он снял, слышишь, 25 хп, я сейчас покидать. Как услышите выстрел, это начало старта, вы можете всех убивать, как вы услышите выстрел с Томпсона. Правила ясны, побеждает тот, кто остался последний. Давай! Забей пока. Ладно, в следующий раз поучаствуешь.
Нет, не убили. Они снова. Они снова забежали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Последний герой! Дима, хорош! Да ладно, Valiant выиграл, Valiant выиграл. Не-не-не, ты выиграл. Не-не-не, ты выиграл, ты выиграл. Эти. Этих пацанов двое почему-то. Мы задержимся. Хидал. Нифига себе, они его сбрили. Остались два человека. Кто же из них победит? А, вы выиграли? Вау, вы трое выиграли. Понял. Красавчики. Пишите один в чат. Каждый из вас. Каждому скин накину. За участие и за победу. Вот такой у нас получился отельчик. Ходят слухи, что он до сих пор стоит и процветает на сервере RuFacePunch 3. Ну а если тебе понравился данный ролик и ты хотел бы видеть что-то в таком же формате намного чаще, прожимай лайкосик. Думаю, этот шедевр заслуживает 15 тысяч. А как думаете вы? Ну и добавляйтесь ко мне в ВК, Дискорд, всех жду. И отдельный привет моим спонсорам. Бай-бай.